Фух. Пешком до Некрасовки, потому что маршрутка в 5-5-10 отправляется первая. Пробок как бы нету, но я доеду быстро до Новокосино, но получается так, что нужно пересадку делать, чтобы до Некрасовки доехать. Вот. А это там 50 минут ехать на метро, плюс минут 30-40 ехать на маршрутке без пробок. Может быть, даже 25-30 минут. Вот. Поэтому я сделал решение, сделал вывод, что лучше я на полчаса раньше выйду. За эти полчаса, которые раньше вышел, пешком дойду до Некрасовки. Вот. От дома показывает 50 минут идти. Сейчас где-то 40 минут осталось идти пешком. А это 4 километра где-то. 4 километра пешком, в принципе, недалеко. Немного. Можно и пройти 4 километра. Тут через Фенино. Главное до конца Фенина дойти. А метро 5:25 открывается, по-моему. Ну, может быть, 5:30. Надеюсь, не позже, чем 5:30. Потому что все метро должно открываться в одно время. 5:25. Я надеюсь, оно не в 6 там откроется. Было бы печально, если метро здесь в Некрасовке в 6 открывалось. Или даже в 5:50. Ехать там 6 минут, плюс пешком дойти минут 10. Там придется ускориться. После того, как я на метро доеду, надо будет пешком ускориться. Там где-то 10 минут идти, надо будет ускориться. Вот. А сегодня суббота у нас. Суббота. Что у нас там сегодня? 24 декабря. Неделя до Нового года. 24 декабря. Суббота, блин. Сейчас пешком до конца дойти. Смотрим, чтобы там сейчас нормальная дорога была. Самое главное, чтобы там дальше была дорога нормальная. Можно было бы пройти. Самое главное, не подскользнуться, блин. Не наебнуться. Не найдем. Блин. А тут воняет, как всегда. Фенина, блядь. Вонище. Пиздец. Четыре часа встал, в 3:30, 3:35. Раньше будильник встал.